Привести город в порядок перед майскими праздниками. Важная задача не только для коммунальщиков, но и для дорожников. С приходом тепла в апреле и мае 2023 года в Челябинске особенно актуальными стали работы по обеспыливанию дорог и увлажнению асфальта. Все подведомственные компании Айкумена участки регулярно очищаются от грязи и пыли, по дорогам проходят поливомоечные машины, объем каждой 10 кубических метров. Наиболее эффективно пускать технику в паре. В качестве дополнительного оборудования используются щетки разной ширины. Район улицы Цвиллинга и парка Пушкина всегда привлекает горожан и гостей Челябинска, поэтому очистка здесь производится ежедневно. Работы выполняются в соответствии с государственным контрактом, заключенным компанией Айкумена с Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска, и продолжается весь сезон. В черте Челябинска подрядчик также продолжает уборку дорог пылесосами и ямочный ремонт.